Привет, мои девочки! Ну что, сегодня у нас с вами первый урок по самомассажу. Показывать вам буду его я. Массаж у нас сегодня будет по методу гуаша. Все подробно вам будет рассказывать Юля. Она кандидат медицинских наук, она специалист по восстановлению тела опорно-двигательного аппарата, кожи. В общем, все ее регалии мы опишем, но самое главное, она просто гуру в массаже, в частности, в самомассаже и вообще во всех проблемах, связанных с кожей. И сегодня мы вам расскажем, для чего делать массаж, какой он имеет эффект, для того, чтобы вы это держали у себя в голове и не пропускали, потому что в массаже главное, это, конечно же, регулярность. Вот. А то, как это делается, технику, мы вам все сейчас покажем и расскажем. Так что потребуется вам ложка, либо если есть вот такой вот скребок, который можно заказать на AliExpress, но по большому счету... Скребок для гуаша набить в интернете. Да, но по большому счету здесь... Как это называется? Сечение одинаковое, воздействие на кожу будет одинаковое. Да, то есть по большому счету вы можете взять ложку, работать вот ее рукоятью. Хват поудобнее, ну и ложка вполне сойдет. Да, поэтому вам потребуется всего лишь вот либо это, либо то. По большому счету вы можете использовать какое-то массажное масло, либо кокосовое масло, которое я тоже периодически использую. Но в идеале лучше делать массаж без масла для того, чтобы стимулировать свою собственную выработку кожного сала и вот питание нашей кожи, потому что мы, собственно, женщины в России, не слишком сильно избалованы тропическим климатом, мы постоянно ходим в одежде, из-за этого у нас у всех очень сильно пересыхает кожа в силу того, что то есть у нас облегает постоянно одежда. Поэтому, конечно же, мы вынуждены каким-то образом питать кожу, пользоваться кремами, но хотя бы на такой процедуре, как массаж, которая посвящена как раз-таки качеству вашего тела, улучшению качества тела, давайте хотя бы здесь не будем грешить, не будем забивать поры, а наоборот, будем стимулировать нашу кожу самой работать, самой питать. Это очень круто будет влиять на ее качество и очень сильно продлит вам ее молодость. Поэтому, если вы чувствуете себя комфортно, если у вас, ну, не слишком совсем пересохшая кожа, то постарайтесь все-таки сделать это, попробовать хотя бы без масла, как вот делаем это мы с Юлей. Сегодня мы будем с вами массажировать наши бедра, потому что это самая проблемная у женщин часть тела. Начинаем с передней части бедра, передвигаемся на галифе. И дальше, вот, собственно, в положении сидя, мы массажируем заднюю часть бедра. Можете включить телевизор, ну, сначала, точнее, вы слушаете нас, а потом, в принципе, вот так же, как и я, расположились удобненько на диване, взяли аппликатор и, собственно, технику мы сейчас вам показываем. Это техника человека извне, воздействующая на ногу. То есть... Вот таким образом. Как будто бы соскребаете что-то с кожи. Да, соскребаю с кожи и вот таким образом заштриховываю. Кожа краснеет. Не усердствуйте. Маленькими, да, вот такими? Штришками, да. Движение должно быть достаточно интенсивным, не слабым, но не избыточно сильным. Потому что первый месяц, первые два месяца будут... слабые капиллярные стенки оставлять синяки. И в этом нет ничего плохого. С каждым разом кожа будет становиться качеством лучше. То же самое ложечкой. Вот такими коротенькими, коротенькими скребочками. То, что кожа у нас, видите, приобретает не очень симпатичный вид, это ни о чем не говорит. Это как раз-таки так выглядят жировые клетки. Не нужно их бояться и комплексовать.